Всем привет! С вами проект «Изнанка», и сегодня мы познакомимся с профессией шаурмиста. Если вы готовы узнать, что нужно для вкусной и сочной шаурмы, тогда вперед! Бывает так, что симпатизирует вам клиент и говорит: можете сделать побольше шаурмы, типа избежать вот этого 120 граммов мяса, там какая-нибудь девушка красивая пришла, вы такие: ладно, сделаю побольше. Нет такого? Нет, нет, такого не будет. Ну, не бывает даже, не было. Мы можем что-то попробовать сделать. Угу. Что нам для этого нужно? Для этого нужно, самое главное, в первую очередь, уборка чистая. Ага, должна быть чистая. Да, должна быть чистая. Обязательно гигиеник, санитарка. Угу. С перчатками, без перчатки вообще нельзя. Угу. В первую очередь надо соус снизу, чтобы сочнее будет, да. Только берем ложку. Не ложку, ну половину, на полтора хват, да. Надо прям полностью. Вот так? Да, полностью, да. Все? Вот только низу, да? Да, да. А зачем? Чтобы сочнее, да, ну вкус тоже. Ага, хорошо. Так, соуса хватит? Да, хватит, хватит. Да? Есть вес? Да, потом, да. А, как мы руками берем? Да, с руками. Сколько берем? 120. А вот эти вот заготовки будут в какое время с утра? Ой, 119 граммулечку. Так, 120, да. Ага, теперь мы его выкладываем руками? Прямо, да, с руками, прямо с картошкой, как вот так. С картошкой или? Да, ну прям цели. Вот так, да? Полностью, да. Вот заготовки приходите с утра делаете или с вечера? Утром тоже, все свежие будут, да. Похоже на складывание бумаги. И теперь сразу, теперь вот сразу, так, да? Сразу? Да. Можешь вот. Вот так сразу прямо. Ага. И потом крутить. Как хороший лаваш выбрать, чтобы он не рвался, не ломался? Нет, иногда будет. Вот потом сначала вот. Оставлю и масло. Ага, взяли на масло. Ну да. Вот так надо получать. Пока она жарится, сколько примерно будет? 6-7 минут уже будет готов. 6-7 минут. Да, 6-7 минут. Не травмоопасно это вот здесь вот стоять? Не бывало, что масло отлетит, обожжется? Да, иногда так будет. Да, иногда будет, а так... Ну, не больно? Не опасно так. А палец можно отрезать? Не так сильно. Все будут, да, это бывает. Все бывает. Не расстраивайтесь, не хочется все бросить, вот после того, как день был тяжелый, еще и масло прилетело, да, даже палец порезал. Да, палец порезал. Все будут, а так надо уже опыт, качество, и потом все нормально. Самый главный опыт. Бывает так, что если что-то подгорело у вас, вы думаете, ладно, если подгорел, если вот леска идет, если что-то случится, мы сразу новый сделаем, так не буду. Сразу новый надо. Но прежде всего работайте на качество, на себя. Да, качество обязательно, да, это качество вообще обязательно. Какая вообще ваша любимая шаурма? С каким вкусом? Есть разные начинки? У меня... Я острый хочу, острый любишь, фирменный, с морковкой, сыр, хлопень, мясо, картошка будет. Какая шаурма вкуснее, с собаками или с кошками? Нет, нам с курицем все, с курицем, да, все вкусно. А почему считается, что шаурма вообще делается где-то на вокзале, в какой-то жуткой антисанитарии, в подвальчике кто-то это крутит, из кошек, из собак? Почему вообще существует? Нет, нет, нам всегда не с курицей будет. Ну, собака с кошками не будет. Только с курицей или да. Может какие-то виды мяса есть? Нет, нет, только говядина, с курицей. Баранина нет? Нет, говядина, баранина нет, только с курицей. Готов? Пожалуйста, шаурма готов. Ладно, пожалуйста. Вот там, прям, вот здесь прям. А, вот. А другой. Да, другой стороны. Пожалуйста. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Всего доброго. Какое время начинается запара? Ну, то есть много клиентов приходит. Вот в какое время там? С утра, в обед? После обеда, наверное. После обеда, да. Ну и после рабочего дня, наверное. В 4 где-нибудь, в 6? Да.
уже после обеда, может, обедом тоже. Ну, каждому, ну, разные все. Ну, один день так будет, завтра так, сегодня так, вообще. А, ну, то есть еще одни. Да, недели, точно так времени нету, да. Ага. Ну, выходные, наверное, поток людей все равно будет. Да. Все кушать. Да, все кушать. А вот не жарко здесь целый день стоять, сейчас на улице жара, и в целом здесь вот возле гриля, да? Да, да. Стоять тоже довольно-таки жарковато. Что, как не сгореть на работе буквально в такую жару? Ну, как надо сказать, ну, надо терпеть. А? Надо терпеть, хотя бы горячий, да. Спасибо вам большое, что познакомили вам нас тоже. С профессией шаурмиста. Вам тоже. Успехов вам в работе и хороших клиентов. Спасибо. Вам профессия тоже спасибо. Спасибо огромное.